Это первый выпуск PlayStation Guide. Теперь, чтобы узнать о последних скидках, конкурсах и новинках PlayStation, достаточно всего 10 минут. Смотрите прямо сейчас. Профессиональные гонки без риска для жизни. Mortal Kombat и Prototype 2. Битва за покупателя. Эксклюзивное видео God of War Восхождение. Лучшие игры для PlayStation 3 за последние 5 лет, а также другие новости сообщества. Благодаря новому приложению Skype для PlayStation Vita вы сможете совершать видеозвонки друзьям или близким, не выходя из игры. Skype доступен как для моделей с Wi-Fi, так и 3G. 24 февраля стартовало бета-тестирование футуристического вестерна Starhawk. Все участники тестирования получат специальные предметы для персонажа в полной версии игры. В конце мая выходит увлекательная сказочная игра нового поколения «Чародей». Волшебную палочку заменят мув, и вы сможете творить самые разные заклинания. Какие мелодии из любимых игр PlayStation появились в магазине Store? Для бурных вечеринок подойдет музыкальное сопровождение «Motor Storm Apocalypse». Если хотите расслабиться, то выберите звуки из «Echo Chrome 2». Ну а для свежих эмоций обязательно послушайте саундтрек триллера «Heavy Rain». Как выяснилось, поклонники автосимуляторов вполне способны постоять за себя, причем не только в виртуальной гонке, но и в престижном соревновании. Впервые у российских игроков появился шанс принять участие в гонках на выживание «24 часа Дубая». Проходит уже четвертый турнир GT Academy. Так спонсоры надеются найти среди фанатов талантливых гонщиков, у которых нет денег на болид и рекламную кампанию. К четвертому турниру организаторы смогли устроить сразу 4 состязания по отдельным регионам – Европа, Германия, США и Россия. До 24 июня проводится онлайн-турнир. Надо просто скачать демо-версию GT Academy 2012, а затем уже попробовать попасть в группу из 24 победителей. Еще четверо присоединятся к ним сразу после тренд-шоу Moscow 2012, которое закончится уже 20 мая. А теперь о самом интересном. В августе все их заслуги обнуляются, и новички отправляются в Британию на интенсивное обучение. Затем отсев продолжается, и только лучшие представители своих территорий заслужат особенно жесткий инструктаж. Наконец, абсолютный чемпион GT Academy в России получит свой шанс на участие в гонках 24 часа Дубая. А мы поболеем за него в январе следующего года. Бреет ли Кратос голову, и если да, то чем? Этот вопрос заботит многих фанатов не меньше, чем новости об очередной God of War. Что ж, по первому вопросу пока ничего нового узнать не удалось, зато главные лица из студии Santa Monica раскрыли для нас первые подробности God of War Восхождение. После стремительного восхождения на Олимп мы возвращаемся в прошлое Кратоса, где остались хоть какие-то тайны. То, что новая игра-приквел — сюрприз далеко не для всех. Но впервые ее авторы продемонстрировали сетевую игру. Вам нравится размах и масштабные сцены? Нравятся гигантские существа, мифы, высокие стандарты качества, которых мы придерживаемся? Отличные заставки? Все это мы хотим сохранить. Но пора добавить кое-что новое. В первую очередь, невиданный уровень насилия и жестокости. Среди более полезных новшеств — бои сразу для 8 игроков, новая ролевая система и, разумеется, карьерные перспективы для воинов. Сетевая игра начинается с довольно сложной ситуации. Вы продаете Богу свою душу. Вас поднимают на Олимп и предлагают выбрать, в каком легионе будет проходить служба. Есть 4 варианта — Зевс, Посейдон, Аид или Арес. Если боги не будут возражать, относительно скоро и у вас появится возможность лично протестировать восхождение. А вы уже успели пройти самые интересные игры прошлой недели? Если нет, то им не очень повезло, потому что сейчас мы расскажем о 9 достойных новинках на замену старичкам. На этот раз в кармане появился Mortal Kombat для PlayStation Vita. GT Academy 2012 уже начинает отбор гонщиков. Отправляйтесь на секретное задание в Sniper Elite V2. Пробный побег можно устроить в демо-версии Escape Plan. 9 героев Skull Girls помогут размять пальцы. Приятным сюрпризом стало появление классического Макса Пейна. Устройте себе вечер перестрелок в слоу-мо. Секретные лаборатории наконец-то выпустили Prototype 2.
произошло невероятное возвращение Bad Company 2, на этот раз в цифровой магазин. Если вам уже наскучили новые персонажи SSX, то можно раздобыть набор классических героев. Это перевернет вашу жизнь. А в честь 5-летнего юбилея PlayStation 3 пользователи сообщества выбрали самые лучшие игры для этой консоли. Как оказалось, больше всего игрокам приглянулись приключения Нейтана Дрейка, вторая и третья части Uncharted заняли две первые строчки. Четвертая часть Metal Gear Solid и третий выпуск God of War расположились далее по списку, а замыкает пятерку лучших уникальный триллер Heavy Rain. А для любителей сокровищ сообщество PlayStation организовало конкурс «Придумай и изобрази драгоценность, которую захотел бы украсть енот Слай, герой игры Слай Купер». Возможно, именно твой вариант окажется в финальной версии игры Thieves in Time. Если вы считаете себя экспертом в играх PlayStation, то проверьте свою смекалку в новой викторине, посвященной семейным играм. Это был первый эпизод PlayStation Гида. С вами был Игорь Лантратов. До новых встреч!